на данный момент мы не вместе с Катей, что безумно меня огорчает. Вот поэтому я такой вот огорченный. Нет. Тема выселения еще продолжается. Я думаю, как же выжить их оттуда. Вы знаете, в Испании есть такие персонажи, в основном цыгане. Их называют окупас. Окупас, они могут, пока вы ходите в магазин, забраться к вам домой и не закрыться там, и не выходить оттуда. И по закону их не имеют права выселить. Вот. Жасмин. Серега, ты делал куни с колонн. Пиздец, конечно. Петушара какая-то спрашивает. Которая, наверное, завидует. Что кому-то что-то делают, а ей что-то, кто-то что-то не делает. Выяснили, тот процесс выяснили. Нет, мы еще не выяснили, но мы ждем. Мы ждем. Всем привет. Жасмин. Мия, у меня такое себе настроение плохое. Я сейчас буду ругаться матом. Вот. Посылать тебя нахуй, например. Вот так не хочу этого делать. Она сама себя отправляла, чтобы Ваню позлить. Знаете, все возможно, все возможно. Что с Игнатом у вас случилось? Ну, Игнат стал, толкнул, короче, меня, и я там все. Вот. Бросаешь курить? Да, я бросаю курить. Вот. Сейчас последние деньки побалуюсь Айкосом. Дальше. Все будет хорошо, я знаю. Здравствуйте, здрасте. Новенький Сергей ухаживает за Крис. Да, но как-то он пассивно все это делает, как-то неохотливо. Ну, неохотно делает, он понимает. Вы знаете, на самом деле, вот нужно всегда делать охотно, проявлять вот эту вот активность жизненную, потому что иначе за вас это никто не будет делать. И даже вот он стремится, да, вроде Кристина как бы и не отказывается, да, и Сережа вроде как бы тоже как-то, ну, не стремительно это делает, но из этого ничего не получится, если так будет продолжаться. Привет, ты что-нибудь классный? Как тебя выставляют? Видно, что ты добрый, понимаешь, человек. Спасибо большое. Меня выставляют под разными светами. Вот. Мне кажется, прикольно. Ты любишь сигареты? Конечно, люблю сигареты, но я знаю, что они меня приводят, ведут меня вообще совершенно в другую. Как ты так быстро можешь пробить? Потом полюбить, потом разлюбить и снова полюбить другую. Знаете, как я так могу? Да вот, собственно, смог. Знаете, я на проекте, я, честно говоря, не то чтобы строил отношения, потому что надо строить отношения, да, нет, я выбрал девочку, которая мне понравилась, я ее любил, для меня любовь означает забота, вот, и прочие моменты. Чувство страсти было, чувство привязанности тоже было. Вот, потом, когда меня стали отшивать, я тоже знаю себе цену, извините. Вот, я сказал, все, хватит, я что из-за какой-то там малолетки, которая в себя поверила, да, и которая еще раскидывается нашими с ней отношениями, это вообще, то есть, ну, мы расстались, вот, а с Катей и с Коломной были знакомы уже давненько, и мы вот что-то заобщались, и вот это все привело к этому. Ну, значит, это было несерьезность. Здрасте, любовь, это большая разница.
Ну что такое любовь? Давай, вот расскажи мне, расскажите мне в трех словах, что такое любовь. В трех словах. Объясните мне, дураку, что такое любовь. Вы умные. К Элине была проявлена инициатива, не более симпатия, не более того. Если я в отношениях, то я верен абсолютно, да. Особенно если я безумно люблю девушку, там вообще нет грани. Уважение было. Любовь — это пиздеть. Ё-моё. Где вы? Это и есть страсть, трепет и забота. Ну так вот. Вот, вот и все. Я также говорил, я не хотел на лобном говорить, что я безумно люблю. Есть безумная любовь, есть слепая любовь, да, когда ты любишь вопреки. Есть любовь просто, которая любовь, которую ты принял. Любовь как, так сказать, вот страсть, забота и прочее. Понимаете, как бы. Мне сказали, Серег, так это называется любовь, то, что у тебя. Я говорю, ну, значит, называть это любовью, вот и все. А тут вы мне говорите, что любовь, не любовь, любил, не любил. Да откуда вы знаете? Любовь — это точно не каждый любит вторую. Ты ёб твою насрать, Мельникова. Ты вообще знаток. Ты вот Мельникова, я жду от тебя. Давай, вот закреплю тебя сейчас. Давай, скажи мне, что для тебя любовь означает. А, к Екатерине Второй или кому, Горину, будешь общаться? Это, не знаю, с Гориной о чем общаться. Да, можем пообщаться. Ну, нам не стоит общаться, потому что у нас не получается диалог, она постоянно в слезы. Вот. Мельникова я жду, бляха-муха, ворот компот. Что тебе приятно, ты расскажи мне, дорогая, что такое любовь для тебя? Значит, ты больше здесь всех кричишь, ё-моё. Такие вы интересные все, ё-моё, я клянусь. Это не любовь, это не страсть, это хуй не стоит, это то не делается. Так вы мне объясните, дорогие мои, что это? Серёж, а я вот увидел у тебя тату на спине. Ты увлекался этой темой, очень идут тату на спине. Какой этой темой? У меня на спине АКАП написано. Поедем вместе на Бали. В чем проблема? Как вы заебали. Поедем на Бали вместе. Мельникова, ты там что, я не знаю, в интернете ищешь, что сказать, или ты потерялась? Что? Эх вы, вот в этом все вы. Все, открепляю тебя. Вышел в прямой эфир, значит, будь готов. Я думаю, ваши пути столкнутся с Гориной. Шалом, шалом. Все хорошо, спасибо. Мама сама. Псих. Да ё-моё. Любовь — это когда понимаешь, что он самый лучший. Блин, сейчас расплачусь. Любовь — это все. Вы сначала жизнь должны полюбить. Себя должны полюбить. Должны полюбить то, что зло, которое вокруг вас, вы должны это полюбить. А потом уже любить свою вторую половинку и давать ей любовь, которой вы наполнены. Любовью, которой вы наполнены, вы должны отдавать им своей половинке. Юля, что? Юля и Катя встретились? Было бы прикольно, знаете, Юля писала Кате, какой я мерзкий, какой я плохой человек, какой я редиска, вот, но что-то они там не договорились, поэтому
не знаю, вряд ли они встретились, конечно, но и было бы круто. Катя, 3 семерки. Кать, ну откуда ты знаешь, хочу ли я гулять? И с кем я хочу гулять? Вот. Я хочу все в этой жизни. Все. Хочу на велосипеде кататься, на самокате, на машине хочу, на вертолете летать хочу, на Бали хочу, хочу в Монако, хочу в Америку, хочу в России. Не хочу в России, а завтра захочу. Это круто, когда вы все хотите, и дай бог все у вас будет. И велосипеды, и самокаты, и машины, и все. Господи. Моя мечта — построить крепкую семью, мать его, за ногу. Крепкую, чтобы я не сомневался ни на секунду, ни на долю секунды. Вот как в маме, в папе своем не сомневаюсь, вот так же не хочу сомневаться и в своей девушке. Хотел бы отпиздить Скалон. Нет, ни в коем случае. Откуда ты родом? Родом из Дуста. Самой на конце Сергей, желаю вам удачи, друзья. Спасибо большое. Спасибо, дорогая. Что такое нервный? Я по жизни нервный, да. Я как спичка, вот так, воспламеняюсь, потом погасаю быстро. А ты не рассматриваешь Кристину как женщину. А, вы знаете, было дело, но сейчас не до этого. Сережа Юрий делал фотосессию Кати. Я так и знал. Я так и знал, мать его! Вот это прикол! Вот это прикол! Смотрите, какие я крутые кроссы себе купил сегодня. Чуть-чуть рекламки. Я так и знал, когда... Когда Катя сказала, что она нашла фотографа в Дубае, я так и знал, что это просто... Это она. Я подсознательно знал. Ё-моё. Ой, прикреплю этот прекрасный комментарий. Спасибо, Катя. Ты шаришь. Все Кати шарят, походу. Макс Погонюк. Гопанюк. Макс Гопанюк. Когда закроют этот бордель... Порнуху. Видно, что ты еще ребенок, Гопанюк. Прежде чем строить крепкую семью, нужно на ноги встать в 28 лет. Николай, не двора, уходи с проекта и зарабатывай. Я уже зарабатываю и на проекте, вот, Сара Мирова. Вот, у меня все хорошо, у меня все есть, все, что мне надо. Поэтому к серьезным отношениям нужно прийти. Это они не вот так вот, знаете, все, мы встречаемся, значит, это серьезные отношения. Нет, ни в коем случае. Когда вы сказали, что вы встречаетесь, это лишь только начало к... Это начало пути к серьезным отношениям, запомните. Когда вы прожили уже год, тогда уже можно назвать это серьезными отношениями, потому что вы прошли и через это, и через второе, и через третье, и через четвертое. А говорить в начале там отношения, что у нас серьезные отношения, это хуйня полная. Извините меня за мат, конечно. Ой, ой. Вот почему нельзя построить отношения на канале Ю, потому что советчиков до хрена, советами нас так запикают, что мама не горюй, общайся с Гориной, нет. Боже, как я рад, что я буду с Катей и вообще все это. Скалон хочет бухать, но не всегда, никогда не говорите, что это... Никогда не называйте выпивать, а значит бухать. Вот я люблю покушать вкусно с вином, с красным, сухим. Это прекрасное ощущение. Это не означает бухать. Бухают, я не знаю, алкаши во дворе бухают. Вы просто так вот все вот это вот преподносите, что прям здесь бухари собрались какие-то, блин. Прости господи, люди такие, которые вообще там, я не знаю. Такие вы интересные, конечно. Я никогда не злился ни на кого, даже на хейтеров. Вот, живите в мире, в спокойствии, да, просто я хочу внести вам чуть-чуть рассудка по жизни. Бабича, Пашу,
Лично не знаю, но наслышан, что парень работяга, прям мужик, работает, не покладая ног, рук, вот, в зале там пашет всю жизнь, и от этого, наверное, у него имя Пашу. Я Пашу, вот. Вы с Гориной внешне похожи, даже щель между зубов одинаковая. Значит, у нас, наверное, что-то в жизни одинаковое. Хуй знает. Классно отзывался. Думаешь, Юля с Катей тебя обсудили? Естественно, они обсуждали меня, ё-моё, естественно. Говорили, какой я козел, какой я плохой, какой я бессердечный. Погонюк, много будешь знать, скоро состаришься. Так же, как и про того, как ты говоришь. Я сказал, он с пулей в голове, в хорошем смысле, так же, как это. Естественно, однозначно, мне ее пуля в голове очень нравится. У меня тоже пуля в голове, но стрела любви застряла. Когда в эфирах будут твои танцы, очень нравится, как ты двигаешься. Кто-то еще и на меня там фапает. Гапанюк. Ты, конечно, крутой, наверное, тип, если пишешь с ошибками. Я вот всю жизнь не жил, никогда, ну, то есть, не жил в России, вот, да, и сейчас, как бы, нормально вроде как бы и общаюсь, и... Что с лицом? Я устал, ребята, у меня безумно сегодня перенапрягся, вот, а так в целом с лицом все нормально, я просто такой ракурс у меня, наверное, был, вот. Да, Бабича, знаю, что встречался, и все, и все, и все. Не обижай Горина, не буду. Все тебя бросают. Ну, не все, ну, ладно. Горина тебе очень подходила. Muy bien, почему я ухожу за Крис? Потому что у меня сейчас, я ухожу за другой девушкой, мне это безумно нравится. Расскажи про Га, который подарил букет Гориной. Расскажи про Г.А. Кто такой Г.А.? Как относишься к СВО? Похуй мне вообще на это, если честно. Ребят, не задавайте мне такие вопросы, потому что это мне уже как-то раз написали, там какие-то люди важные, бородатые, сказали, слышишь ты, мы с тобой поговорим, там, за кого ты, за что ты. И я вообще не... Я, вы знаете, я за мир и любовь, вот. Я не знаю, я набью на лбу себя, чтобы меня больше не спрашивали. Татуировку себе сделаю, peace and love, просто это Майами... Это мое кредо по жизни. Peace and love. Вот как Боб Марли говорил. Peace and love. Мир и любовь. А как попасть на проект? Через кастинг. Ко мне, пожалуйста, не надо пока что ничего-то. Употребляешь ли ты запрещенные вещества, наркотики, да? Что могу сказать про это? Сейчас скажу. Я курю. Я курю. Курил. И, наверное, буду курить. Вот. Я в этом нахожу свой смысл. Я не меняюсь абсолютно в поведении. Я не меняюсь в своей сущности. Я не меняюсь ни в лучшую, ни в хорошую. Просто я нахожу... умиротворение, нахожу уединение с самим собой, и это служит мне каким-то внутренним голосом, внутренним другом служит для меня это и все, поэтому что могу сказать? Самый главный наркотик в мире — это сигареты, поэтому они разрешены везде, к сожалению, нужно бросать. Где купил толстовку? В ЦУМе. Красивый Сереженька тоже новенький. Да, молодец, большое. Спасибо тебе за мнение. Если у твоей девушки будет астма, бросишь курить? Естественно. Естественно, да. Ты знаешь, что Катя Скалон делала мимо проходить? Такой, вот ты такая... Вот ты знаешь, мимо проходить... Ладно, все. Красавчик, молодец. Хочешь, прикреплю тебя здесь в комментариях. Все 160 человек будут лицезреть твой сраный комментарий. Детский. Любому ребенок сидит и комментирует. Ё-моё, ну как же, какой же прям просто... Мама мия, que gilipollas que eres, tío, te lo juro, porque eres una puta mierda, tío, lo que estás hablando, tío. Madre mía.
Как ты думаешь, через сколько тебя бросит Катя Скалон? Я вот сижу каждый день и думаю, через сколько? Дай бог никогда. Моя девушка может делать абсолютно что хочет. Погонюк, опять ты... ты, наверное, обиженка, которого выгнали с проекта, и который сейчас с левого какого-то аккаунта сидит и мне пишет всякую дичь. Я тебя понял. Я буду игнорировать тебя, не буду больше тебя читать. Не смотрю, думаю, ну, вообще, по привычке рейтинга участка вот, надо роман. Что? Я тоже никогда не смотрел «Дом-2». Все. Сереж, не вижу на такой вопрос от тупых людей. Лиза, Лили. Прислушаюсь твоему совету, спасибо большое. Горина употребляет наркотики. Это правда, что писали про нее? Это абсолютно ничего не правда. Катя, может быть, и пробовала когда-то. Опять же, утверждать это я не могу. Вот. Но человек... абсолютно нормальный, такой же, как и все, может и выпить, я не знаю, может там, не знаю, в сложную минуту покурить сигаретку. Это ничего страшного, за это осуждать не надо. Девочка придет к просветлению сама, вот, поэтому Катя не какая-то наркоманка, Катя абсолютно нормальный человек, молодая, дикая, свободная, задорная, вот, и очень талантливая. Из-за чего была драка с Игнатом? Игнат подумал, что он сильнее меня. Вот, и потом что-то попятился назад. Ваня и Кристина не помирились. Тебе бы выйти сниматься. Тебе бы чувствоваться элита. Так. Мимо проходите. Вот тебя выгоняем. Сдолбал. Так сильно разочаровалась в тебе. А был самый прикольный на проекте. Спасибо большое. Анна Александрович, спасибо большое. Заходите еще. От какого запрещенного вещества пропадает сон? От какого запрещенного вещества? Хрен его знает. Перематывайте себе косточки в Дубае. Даже знаю, о чем речь. Надеюсь, Горин не будет носить ссоры из зубы. Не знаю. В Москве тяжелее найти, чем в Испании. Однозначно. Строков сразу сказал, что ты с Колом будете вместе, если... это Катя захочет. Строков сказал, что ты и будешь вместе, если Катя... Только Строков не знаю только. Игнат игрок, неискренность видно. Ну да, он такой, он видно, что он прям включается там, я не знаю, по щелчку там. То есть он не всегда такой. То есть он обычно такой пассивный, более такой больше. Ходит что-то такое, а потом такое, о, а чё, я говорю, что ты лезешь вообще? Сиди там, где сидел. Любишь ты Горину, прям говоришь о ней и расцветаешь. Горина прекрасная девочка. Я ее как бы уважаю, ценю. Люблю я Катю Скалон. Влюбился, просто не представляете, как я влюбился сильно, блять. Вот мой кулак, смотрите. Я любому прикус поменяю за Катю. Серый, сколько лет куришь? Не думал бросать. Думал бросать, конечно, естественно, брошу. Вот. Начал, первую сигарету попробовал в 10 лет. Линка классно, не обижаю ее. Пошла она уже, мне уже насрать и на нее тоже. Мама Таня, к сожалению, надолго. Позови маму проект или папу в гости. Мама, возможно, приедет скоро. Ваня, Крис не помирились. Не помирились. Я фрик, да. Чем Россия отличается от твоей родины? Знаете, моя родина там, где семья, где все. Вот. Соответственно, у меня две родины, наверное. Но, естественно, я большая часть семьи в России, да, как бы. Вот, но у меня на этот счет отдельный разговор, длинный, мать его, как мой, ладно, комнату так и не отвоевал,
еще не все потеряно. Что такое потерянный? Я уставший. Приветики, пистолетики, приветики. Там нет еще, но все будет скоро. Эх, этот вопрос мне уже задавали. Если Горином была лисичкой, тогда Скалон кто? Котенок. Такой, с зубами. Кто дарил Скалон браслеты и кольца? Максим или кто? Да хрен его знает, мне вообще неинтересно. Скоро ляжем спать, это 100%. Ёршик любит Настюху. Катя С. будет тренировать Катя? Нет. Какими качествами должна обладать твоя будущая жена? Порядочностью. Чувством юмора. И любовью. Скалон скоро вернется. Почему одиночки живут в отдельных комнатах? Не знаю, кого там психанул себя опять в FIFA, да есть. Где Скалон? Скалон дома. Любимый человек сегодня заявил о расставании, любя. Как быть? Просто каша в голове, заявление от него неожиданное. Сегодня заявил о расставании, любя. Оксана. Я не знаю, расслабьтесь. Пускай он в стенку долбанет пару раз. А ты себе вот так вот, я не знаю, слегка, как ты можешь вот так просто по щеке. Придите в себя, в холодной воде окунитесь, я не знаю, под душем холодным постойте и поговорите. Сядьте и поговорите без эмоций, на спокойной душе. Это все решит, поверьте мне. Она зарабатывает в разы больше тебя. Что будешь делать с этим? Откуда ты знаешь, сколько я зарабатываю? Сара Мирова. Откуда ты знаешь... Какого размера у меня яйца? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, когда я хожу в туалет? Ты ничего не знаешь про мою жизнь. Ты лишь догадываешься. Поэтому, дорогая, счастья, добра тебе, улыбки. Трудно сказать, что мы со Скалоном в паре, но все идет к этому. Видно по тебе. Что по тебе видно? Ну-ка, давай-ка посмотрим, Сара. Ты такая интересная. По тебе видно, что ты стюардесса на каком-то дешевом, даже не дешевом, погоди, на Аэрофлот, наверное, не дешевые рейсы. Стюардесса, по тебе видно, что ты стюардесса, либо куртизанка, вот. Что я могу сказать? Прав я или не прав? Скорее всего, не прав. Поэтому, что ж, все люди ошибаются. Так же, как и ты. А ты говорил про ЗП, что ли? Откуда такие выводы? Я не знаю. Ну, ё-моё, ну, ребята, ну, просто это... Я вышел просто, конечно, обсудить пару тем. А тут уже такое... Вы пипицраные. Вы пар... Не пара, вы с Катей. Вы пипецраненные, и ей вообще дом 2 не ее. Она рейд-участник и все этим и берет. А так побывала в браке, как-то с колхозом держалась. И сейчас живет так, как ей не надо. Дом 2 не для нее. О-о-о. Пофигу. Куртизанка, это про тебя. Окей. Что плохо в дешевом? В дешевом нет ничего плохого. Качество, наверное, вот единственный недостаток дешевого, чего-то дешевого, это качество. То есть он распыляется. То есть не то, что распыляется, это сделано на быструю руку, это сделано на количество, а не на качество. Поэтому.
как так ты быстро забыл Горину? Это не окей, это очко. Так же, как и вот это. Не иди сюда. Это пока, девочки, пока. Пока. Чао, чао, белла, чао, чао, белиссимо. Я как-то в Италии, то есть из Италии, когда приехал сюда, в Россию, я говорю, чао. А мне говорят, может быть, ты назвал, а ты, оказывается, с нами прощался. Вот. В Италии прощаются именно вот так вот. Я поздоровался, со мной нет. Ольга, привет. Ольга, 3 девятки. 3 шестерки это семья. Мамуля, ты же знаешь, да. Ты знаешь прекрасно меня и мою жизнь. Здесь люди сидят, просто догадываются и пытаются накинуть мне пуху, чтобы я как-то покраснел. А покраснела. Покраснела в итоге. Ла Морена, как ее зовут. Ну ладно. Вспомнишь мои слова. Катя не будет с тобой. Ей ты станешь неинтересен, будешь скоро. Ей нужен сильный и ответственный, который языком не трепет. Ей мужчина нужен, а не балабол. Хорошо. Посмотрим. Можем зарубиться. Давай ставим ставки на фонбет, ребята. Ты, видимо, не знаешь о ней. Я... Кто самый добрый ведущий? Ну, знаете, все ведущие хорошие. Как бы. Есть, конечно, те, которые относятся более как-то на... Типа, ну... Более как к работе. Вот. То есть, мне кажется, каждый человек, который там получает деньги за что-то, гонорар или зарплату, должен относиться к этому с любовью больше, потому что если... Он любит, он будет получать больше. Если он любит, он будет делать качественней. И если любит, он будет делать это с улыбкой на лице. О! 1000 баксов, что в течение 2 месяцев она уйдет. Что в течение 2 месяцев. Хорошо. Кто готов стать посредником банка? Сколько это? 1000 баксов это где-то около сотки, в районе сотки, да? Прикольно. Я бы ради сотки поспорил бы. Жаль, что ты балаболка. И у тебя нету 1000 баксов. Не слушай, говорю, спасибо большое. Черкасов поменялся, да. Наверное, я не знаю, он до этого не знал. Горина простая, позитивная, легкая девушка. Со скалом будет не так просто. Это сейчас конфетно-букетный период. Ну, естественно, поживем, увидим. Ребят, что загадывать. У нас сейчас прекрасные с ней отношения, и дай бог они такими сохранятся. Посоветую фильм. Достать все ножи. Сережа, откуда толстовка? Из ЦУМа. Давай, если мужчина спорит. Давай, если ты, Сара, девушка, давай, отвечай за свои слова. Хотя нет, девушки никогда не отвечают. Здесь, в России, кстати, девушки не привыкли отвечать за свои слова, поэтому с тебя спроса ноль. Ты никто. И для меня, и ты просто вот, ты просто комментарий. Вот. Да, достать ножи без всего. Макарна, Вик, прикинь, приветики. Почему сегодня было тяжело? Так, мне интересно, реально. Нужно провести небольшое расследование, с кем и о чем. Так, нужно... Ребят, все, нужно подзарядить телефон, во-первых. А во-вторых... Сара, да, давай зайди в эфир и поговорим. Так будет... Так хотя бы твое... Мы тебя увидим все. Потом, если что, в интернете себя посмотришь. Чего достиг в этой жизни в 28 лет? Я отрастил себе елду и все, больше ничего не достиг. Вообще. А, еще кепку купил, вот такую мятую уже. Она уже такая была, прикиньте. И вот эту кофту сам тоже купил. Все, больше ничего.
Ничего. Ну, футболка, естественно, тоже сам. Ну, вот и я о том же. Что ты такая обиженная, Сара? Ну, что ж ты такая? Девчонка вроде красивая, обиженная. Мне вот не зря не нравятся девушки с красными губами. Всем хорошего настроения. Прекрасного, прекрасного, прекрасного. Буэнос, 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 буэнос таргас. Мира, любви вам. Чего еще? Денег побольше, $1000. Спорьте со всеми, особенно если это вживую, особенно если вам показывают деньгами, а не просто так на словах, как вот эта Сарочка. Вот. Всем добра.